Там Ниссан поехал. Ниссан 200 SX. Этого человека барана еще называют киллер резины. Ему не подвластна ни погода, ни резина, ничего. Штрафа зарабатывает водитель Ниссана. Только я чуть прощелкал, за что? Ну да ладно. Судьи сказали, значит, брать его. Мне все неинтересно, как это стало. Подрыва нет, зато что мало. Раньше еду было, и кто-то потрясает. Я на коне лезу 5 баллов за это. Бля, вот так уезжу. Я ж нормально езжу. Подрежу его тоже и в окно суну в рожу. А сейчас вот подрезает. Но я приторможу, что-нибудь скажу ему следом. Дальше спокойно еду, потому что надоело. Может, лень, вот это каждый день надо что-то делать. У меня все есть, 2 машины, жена, малые 2 пацана, да? Что еще надо? Ну не то, что я прям упал духом. Вот мне кайф в администрации, над всякой мразью извиваться. Во все вникаю, на постой пробиваю. Хочу обратить ваше внимание, что на совсем не тот мотоциклист, пошел дым из-под капота. Щеплю в кабинет, вот это мне попытку.